Сабантуй Ульяновской области посетил председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдулин, который остался доволен праздником. Сергей Морозов, в свою очередь, поприветствовал собравшихся. Уважаемые жители Ульяновска, гости нашего замечательного города и региона, позвольте мне от моих коллег из органов государственной и муниципальной власти поздравить вас с долгожданным, веселым и, несомненно, всеми любимым праздником Сабантуй. Долгожданным праздник оказался не только для татар. На областном Сабантуе губернатор передал в 10 сельских районов новые специализированные машины УАЗ-профи для мобильных бригад, которые будут доставлять пожилых людей старше 65 лет в медицинские учреждения. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». На этом подарки от губернатора не закончились. Две семьи, где воспитываются дети-инвалиды, получили денежные сертификаты на лечение и приобретение реабилитационного велосипеда. А будущие школьники в рамках акции «Помоги собраться в школу» получили наборы первоклассника. Очень приятно, что в последние годы это стало хорошей традицией, которая с особой теплотой воспринимается всеми участниками этого праздника. В каждом уголке России и далеко за ее пределами живут наши соотечественники, и они являются носителями татарской культуры, ценностей, языка и своеобразным проводником исторических связей. В концертной программе приняли участие творческие коллективы из Ульяновской области и Республики Татарстан. Выставки продажи сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов и национальных блюд посмотреть было на что. Также работали площадки татарской борьбы «Куреш», национальных игр «Играй гармонь» и многие другие. Праздник объединил музыку, спорт, национальную самобытность и дружбу народов. Год народного единства в Ульяновской области продолжается.